Звезда Инстаграма и бизнес-вумен Айза Анохина – обладательница эффектной внешности. Тем не менее, женщина не раз ложилась под пластического нож, чтобы приблизиться к фигуре мечты. Так, недавно ей сделали несколько операций липосакции рук и живота, а также увеличили ягодицы. Айза признавалась, что очень довольна результатами такой коррекции внешности. После этого некоторые подписчики Анохиной предположили, что она может снова решиться на радикальные преображения хирургическим путем. Но, как выяснилось, Айза пока даже не думает об этом. Тем не менее, Анохина не исключает, что ее решение еще может измениться. Однако пока Айзу устраивает собственная внешность, женщина находится в гармонии с собой. Айза говорит, что муж, серфер Дмитрий Анохин, находит ее идеальной. «Он любит меня по-настоящему. В этом мне сказочно повезло», — поделилась женщина. Последний раз Анохина обращалась к хирургу весной этого года. Айза отправилась в одну из подмосковных клиник, где ей сделали сразу три серьезные операции. Спустя сутки женщина поделилась эмоциями с общественностью. Она заявила, что долго переживала перед тем, как решиться на очередную пластику. По словам Анохины, недостатки во внешности серьезно мешали ей жить и заставляли сильно переживать. Первую операцию по коррекции внешности женщина сделала 7 лет назад после появления на свет сына Сэма. Айза вспоминает, что тогда она пребывала в послеродовой депрессии и страдала от комплексов. Тогда Анохина решила увеличить грудь до третьего размера. Однако вскоре бизнесвумен узнала, что у нее аллергия на силикон. «Мне наложили 160 швов, можете представить, какие остались шрамы», — поделилась Анохина с Woman's Day. Напомним, что на днях бывший муж Айзы Гуф и отец ее старшего ребенка Сэма заставил поклонников сильно переживать. Мужчина несколько раз выходил на связь с подписчиками. Во время прямых трансляций рэпер не смог сдержать эмоций и крайне резко высказался о других исполнителях подобного жанра, а также о новом избраннике Айзы. По словам Гуфа, он конфликтует с Дмитрием Анохиным. Тот якобы ревнует жену к бывшему мужу и запрещает им переписываться. Рэпер Гуф конфликтует с новым супругом Айзы.